20 декабря депутаты законодательного собрания приняли во втором чтении законопроект об уполномоченном по защите прав предпринимателей в городе Севастополе. По словам автора документа, заместителя председателя законодательного собрания Александра Андреевича Кулагина, история принятия этого законопроекта достаточно непростая. В документ вносили поправки, его принимали в двух чтениях. А потом губернатор Сергей Миняйло наложил вето на законопроект. В новом, уже принятом законе порядок назначения омбудсмена был изменен. На мой взгляд, на сегодняшний день у нас сложилась достаточно простая, прозрачная и, самое главное, соответствующая федеральному закону система. То есть мы будем назначать уполномоченного, это будет делать законодательное собрание своим постановлением. Мы его будем назначать по согласованию с уполномоченным федеральным и с учетом мнения предпринимательского сообщества. В законе прописан порядок, и любой предприниматель, любой участник предпринимательского сообщества будет услышан. По словам Александра Кулагина, в ходе рассмотрения проекта закона парламентарии не приняли поправку, в соответствии с которой субъектом внесения кандидатуры на должность омбудсмена являлась бы общественная организация. Основная причина – ее несоответствие федеральному закону. Мы считаем, что правильно поступили с точки зрения того, что все-таки субъектами выдвижения будут субъекты законодательной инициативы, а уж мы, как депутаты, готовы принять любые предложения наших активных общественных организаций и ассоциаций, союзов и других объединений предпринимательских сообществ, которые готовы внести свои предложения по кандидатуре. Самое важное, чтобы кандидатура соответствовала требованиям принятого нами закона. В этом случае я готов все предложения внести для рассмотрения законодательного собрания. И мы очень надеемся, что в ближайшее время, во-первых, будет запущена процедура выдвижения кандидатуры, и в соответствии с нормами закона, я полагаю, что в январе у нас, в начале февраля уже появится уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Севастополе. Я думаю, это очень важный момент для предпринимательского сообщества города Севастополя, ну и вообще для жизни нашего города.